Значит, у нас были выполнены работы по 947 подъездам и 436 входным группам. В 2017 году мы запланировали отремонтировать 1306 подъездов и 884 входных группы. В настоящее время в работе находится 249 подъездов, выполнено уже 246 подъездов и одна входная группа. Значит, пока мы еще окончательно подводим расчеты по тем средствам, которые, значит, будет необходимо предусмотреть тоже в бюджете на такой объем подъездов. Значит, но сумма средств по нашим примерным ориентировочным расчетам это будет не менее 50 миллионов гривен. На весь комплекс? Да, на весь комплекс работ с подъездами и входными группами. В первую очередь мы отбираем сейчас и работы ведем в тех подъездах, где не текут кровли и само состояние, значит, коммуникации в подъездах находится в удовлетворительном техническом состоянии. Значит, дальше у нас есть те адреса, где есть подъезды с текущими кровлями, но, соответственно, к работам к этим мы сможем приступить после выполнения соответствующего ремонта кровель. В ходе выполнения работ эти работы проводятся комплексно. В материалах, которые вам представили, там указаны соответствующие первичные документы, которые оформляются при обследовании всех подъездов. Эту работу ведет наше коммунальное специализированное предприятие инженерной сети. Оно выполняет также функции технического надзора за работой подрядных организаций. Значит, есть соответствующий алгоритм взаимодействия КСП инженерной сети с подрядными организациями, коммунальным предприятием «Жилкомсервис». Значит, эта работа, в общем-то, в городе у нас уже ведется не первый год. Общая статистика за весь период. Мы уже охватили ремонтами порядка 30% всех подъездов и входных групп, которые расположены в домах коммунальной собственности. В общем-то, мы планомерно пытаемся каждый год наращивать эти объемы выполняемых работ. Ну, могу сказать, что значит, уже отработан и технологический вопрос, и вопрос приобретения соответствующих материалов, замены почтовых ящиков, установки светильников. Значит, там, где необходимо, мы меняем окна, которые уже пришли в негодность, входные двери в подъезды, упорядочиваются сети интернет-провайдеров и операторов кабельного телевидения, это является обязательным условием при приемке соответствующих работ. Ну и на всех стадиях мы ведем соответствующий контроль качества этих работ. Значит, эта цифра, которую я назвал, она состоит из двух частей. Одна часть – это средства, которые выделяются городским бюджетом, и другая часть работ, которая выполняется непосредственно инженерными сетями за счет собственных средств коммунального предприятия, где заказчиком выступает само коммунальное предприятие.